Падаю камешки и берем топ-1 только с ПП. Прям активная игра. Чё за говно, почему я один падаю, пацаны? Нормально, погнали, ребята, МК, ТМК, без разницы. Главное, чтобы файты были, понимаете? Так, зон. О, зона фига, зона прямо у нас. Так, напомните, как летел самолет? Камешки. Липовка, да? Наверное, Липовка были люди. Говно-липовка. Меня реально очень-очень нагнетает, когда вообще никого нет, ты просто играешь в соло-гейминг какой-то. Ну что это? Помойка на Липовке тоже никого нет. Круто, круто. Я буду забор ломать, ребят. Не, ну реально, где вообще могут быть люди? Друзья, уже стартовала Лига Чемпионов УЕФА, и прямо в эти дни проходят топовые матчи мирового футбола. Не пропустите это событие, ведь наши партнеры с 1xbet дарят вам возможность получить бонус в $100 на первый депозит по моему промокоду. Промокод видите на экране. Переходите по ссылке в закрепе и выигрывайте со своей командой. Живую душу, ребят, наблюдаю. Баги, отдача, да. Дядь, убей меня. На счет 3 делаю контент, ребят. Раз, два, три. Не сработало ни черта, ребят. Вот честно, если бы за мной ехали, я бы... Ну, если у него есть оружие, у него по-любому есть оружие, да? Я бы притормозил и пофайтился. Куда ты уезжаешь? Ты просто безмозглый баран. Реально, ну без обид. Нет, обижайся, мне пофиг. Что за гнусный геймплей? Просто позорище, реально позорище. Выйди с игры, больше не заходи. До свидания, иди отсюда. У челика бери, у челика... Не знаю, какие-то обвесы на него. Просто берет и уезжает от файт. Залут на кемп. Он заходит в игру, чтобы... Спорим, тоже уедет, ребят? Он не тормознет. Пока не врежется или пока не догоню его. Я понимаю, до финале. То есть там, ну, нужно на топ-1 там как-то отыграть. Ну, вот начало катки. Ты, ну, толком не играл еще в эту игру. Терять нечего. Он стопнулся или уехал? Он едет где-то, да, слева едет. Что ты теряешь? Это лаваши. Вижу баги, круто, я поехал. Я его убью, типа, как ни крути, конечно. Где-то в финале. Чел в кемпе. Трындец. Мы в такой... Вне позиции. Да, сейчас тоже уедет, да? Мужик. Я бот. Давай. Иди сюда. Я бот. Я не понимаю, почему в эту игру не хотят играть? Почему не уезжают от всего? Я реально догоню его. При чем тут новичок? Я убил его? Две точки в голову родил. Лутаем. Восьмерка. Триндец ты. Ребят, мы в дерьме. Выстрел был прямо в упоре. Так, срочно семерки. Так, вижу. Граната. Нет, не граната, триндеж. Вот это реальная проблема прямо сейчас образовалась. Почему все, голова, ты объяснишь? Чудовище. Мой шлем не выдержит еще одного такого попадания. Ему трындец. Раз, два, три. Убили. Какие-то душные, да, игроки, вы согласны? Еще грена. Ребят, я ни в коем случае не оскорбляю новичков, просто хочу, чтобы все играли активно. Это просто мое желание. Где оскорбление? И да, мне не нравится, когда избегают файтов. Что там такого? Так, 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 увел маг. Это чел с дома уехал или что это уехал? Ну, кстати, стрельба идет прям отлично.
Лутает лежа. Саша Мекса. Убил. Ребят, никогда не лутайтесь лежа. Если что, я реально, вот сейчас вы думаете, что я прям сижу на негативе, там оскорбляю всяких новичков и так далее. Нет, ну реально, зачем лутаться лежа? Если это, конечно же, там не финал, а не какая-то ЛГшка. И тут он это сделал посреди поля. И на большой дистанции кусты просто не видны, поэтому это, ну, полнейшая ошибка. Бахнув сидеть. Это кемп? Да, это кемп. О, сквозь. Не понял. Так, нужны семерки, ребят, буквально. Алла, подожди, он. О, фига, он попал. Так, ребят, берем немного семерок и, наверное, едем туда. Там и дроп залутаем, и побалдеем, я думаю, нормально. Погнали. Дроп прям туда падает. Слушайте, а что это за подарок такой? Неправильно это все, вы согласны? Дроп, мне нужен дроп. Мосином. This is... Иди отсюда. Я такой вижу, дроп только упал. Он прям только что упал, да? И его уже залутали. Я такой не понимаю, что происходит. Ребят, потом заберу его дроп. Еще нужно разобраться с ситуацией, я в шоке. Энергетика, ребят, прямо энергетика. Я реально зашел в дом, ребят, чтобы просто подумать, что происходит. То какие-то файты жесткие. Так, энергетик, шестерка. Перезаряжаем СЛР. Ребят, я М24 бросил, потому что я брать ее не собираюсь. Зачем я брать? Для чего? Навище. Навище все треба. Мне даже подобается СЛР. Яком украинская мова. Даже гарно. Я на GoPro лутаем, ребят, на скорости. Нужен шлем, ребят, так как там СРка. А третий шлем танканет. То есть, как ни крути, думаю, выживем. Так, шлем, шлем, третий. Аук, был аук, друзья. Берем, да? Да, я думаю, берем. Аук, возьмись. Возьмись, черт. Возьмись. Так, стоп. Компенс. Что не так, ребят? Вертикалка, компенсатор, третий шлем. Во, ребята, аук шестерка. Триндец всем реально. Вижу челика. Прощай. Прощай, друг мой, прощай. Так, это выкинем. Это выкинем. Я думаю, что чел, который был в этом большом ангаре, убил челика, который был в том кемпе, и побежал его лутать. Поэтому я думаю, если пролутать этого челика, который бежал лутать, мы ничего не потеряем. И рисковать тоже не будем, правильно? Надеюсь, логика моя довольно-таки логична. Нифига, ребят, нифига. Гад. Так, была я сарка? Мосина. Честно, я бы взял. Может взять? Или не надо? Иди отсюда. Давайте возьмем, ребят, чтобы с одной точки забрать этого челика в кемпе. Заодно освободим место в инвентаре. Фига, я прям чувствую, ребят, я чувствую уровень игры. Он мне как-то поднялся только что. Где он? Вижу. Триндец. Раз, два. Раз, два. Раз, два, раз, два, раз, два. Где же ты? Где же ты, друг мой? Где же... Осуждаю. Не-не, дурацкая идея, ребят, не прокатит. Найс трай. О! Килл номер 9, друзья. Ах ты, блин. Черт. Го пикац. Го раз на раз. Раз на раз выйдешь. Или тебя оттуда достать. Не боюсь, что сейчас в спину будут нашивать, пока я тут просто этим контролюсь. А, он не в зоне. Это бомба. Да. И добить. Забор, чтоб ты жил долго и счастливо. Забор. Почему ты? Этого что, убили? Нет. Вот сейчас его убили.
Это сделал я. Чувствуете, как игра идет вообще? Ну, согласитесь? Круто же. Если вдруг это видео, сори за негатив в начале. Дико-предико извиняюсь. Надеюсь, я сейчас не опозорюсь. Не могу доводить. Так, ладно. 58 секунд, зона. Блин, ситуация не из лучших. Погнали. Через лево, ребят, нужно. Точнее, право. Я вот думаю. Да-да-да, это отличная идея. Пробью колеса мотоциклиста. Нахрен. Он будет бежать по полю пешком, я его убью. Вы согласны? Колесо. Защищает мозг. Ну ты гад. Или я уже пробил? Я не понимаю. Не, правда, ребят, не могу подать с мосина. Это тринда тупая, не оружие. Бежит. Куда бежим? Угу. Ну ты, дядя картошка. Ну он там долго не проживет. Ну что-то живет. Надо забрать срочно, прямо сейчас. Он мне не нравится. Категорически. Срочно, срочно, срочно. Аптека. Ой-ой, слева, да? Да-да, фига у нас движ. Жесткий, срочно едем отсюда. Почему я так на него загрелся, ребят? Я из-за этого чуть не умер. Он еще так долго погибал, это просто триндец. Так. Триндец. Эй. Умри. Так, и ты. И ты тоже. Триндец, мы в жопе. Срочно. Куда-нибудь, я не знаю, что за жопа. Давайте куда-нибудь вперед туда. Под этого челика с маскалатом. Или вообще под кемп. А давайте под кемп. Остановись. Уазик, ты дебил? Не-не. Не-не-не-не-не. Газу. Какой-нибудь дом. Отстаньте. Тормозну пока возле этого дома. Он не в зоне, да и похер. Потом разберусь. Нужно передохнуть, ребят, пожить, просто подышать. В каком поле выжили, в каком поле выжили просто. Что за расстрел был? Ну мы всех наказали, ребят, морально чисто уничтожили. Сейчас еще выиграем, вообще круто будет, я думаю. Так, предлагаете вместе с зоной. Не, ук это приятно. Правда. Только зажимаешь чисто, понимаете? Каждый выстрел удовлетворение. Это круто. Круто то, что круто. О, можем. Да-да-да-да-да-да. Друзья, изи масхалачик минус. Это он сейчас за деревом, или мне кажется? Наверное, кажется. Шестерка. Он в смоках. Да. Так, вижу. Нет, не вижу. Где масхалатчик? Он убил его. Триндайма. Там была минус голова. Граната. Ребят, 40 пулек. Умри. Давай. Хорошо. Почему? 40 пулек. Это проблема. Как он живет? Мне кто-нибудь объяснит? Все. А нет, живет опять. Это чудак, ребят, это чудак. Это не складчик, это чудак. Он сейчас еще меня убьет. На. Душу его чисто, ребят. Так, подожди. Есть планки, бер спортивный. Вот так вот, оп.
Убил, я же говорил. А чё так душим? Лайки ставьте, друзья. Так, 42 патрона. Это довольно мало, ребят. Го в дом. В доме челик убили. СВМ. Так, пятерки. Мне нужны пятерки. Мне срочно нужны пятерки. Пятерки, спасибо. Так, что тут было, ребят? Энергетики, аптеки. Берем, в принципе, все, что есть. 11 секунд. Гранаты были? Гранаты были. Мов, берем гранат. Берем еще грена. Не взялась. Возьмись. Не взялась, спасибо. Так. 12 киллов, 6 живых, ребят. Сейчас, если в спину кто-то зайдет, нам трындец. С4 сработало. Комментатор погнал здесь. Если вдруг что, ребят, провтычили, я озвучу. Дроп латенный. Заберу. Плохо. Так, его что, бьют, да? Должны. Да, его убили. Отстань. Хоть раз попади. Рука жопина чисто. Чел за дропом жив. Какого переполоха вообще? Умри. Трындец. Боже мой, я отец этой игры. Пожалуйста, не убейте в спину, я умоляю. Мне звонят прямо сейчас. Кто мне нужен? Кто я? Кому я нужен, точнее? Так. Погнали. Раз, два. Чудак реально выжил. Так, где еще один чел? Не, меня думаете, это не пугает? Меня это реально пугает. Опа, давай. Последний, давай. Че, давай, пикай. Слабо убить прямо сейчас. Давай. Так озон на самом деле дерьмо, ребят, кусок. Но это не важно, мы его убьем. Выжил. Он в зоне, нет? Мне страшно. Так, срочно смог. Туда куда-нибудь. Еще один туда. Это был байт, ребят, и убиваем. Раз, два, три. Зона. Не гони беса. Убил. 15 киллов, ребят, топ-1. Вы здоровы. Спасибо. Друзья, спасибо. Просто идеальный топчик, на самом деле. Вот реально в этой игре. Я не знаю, я вообще ботов убивал. Вроде с 15 киллов, ребят, но ботов. Я вообще не помню, чтобы я ботов убивал. Ну, может, 2. Ну, 3 максимум. Друзья, просто идеальный гейминг. Топ-1. Спасибо, что смотрели, кто был на видео. Друзья, ставьте лайки. Остался один подписчик до миллиона. Если вы подпишетесь, будет миллион. Поэтому благодарю. Всем удачи, всем пока. Стрим продолжается.